И всем привет, с вами Фанни Картик, и сегодня у нас первый выпуск про фан-арты. Но прежде чем я начну видео, рекомендую вам сайт Deviant Art, социальная сеть художников. Здесь вы можете найти множество фан-артов, которые могут быть вам любо или не любо. В общем, которые вам нравятся или не нравятся, или даже порой встречаются такие, что вызывают отвращение. Но сегодня у нас в первом выпуске про фан-арты, малоизвестный, может быть, и известный персонаж по имени Вбаги. Ну что ж, вбиваем в запросе. Конечно, вам не сразу выдадут эти картинки, но надо постараться их найти. Конечно, я с этим сайтом уже как 5 дней назад знаком. Вот, как вы видите, первые фан-арты пошли, но они вызывают, конечно, отвращение. Откровенно говоря. Здесь скриншот. Ну, вроде бы пошли уже более-менее фан-арты. Ну, нормально. Ну все, фан-арты, короче, пошли вроде как. Из вот, которые вы сейчас видите, из 6 фан-артов, по мне так, вот нормальные, вот это и вот это. А все остальное, оно как-то, ну, нехти, конечно, выглядит. Просто готов убить автора этих рисунков. Ну, листаем дальше. И да, кстати, ребят, не могу не обратить внимания на вот этот рисунок. Тот, кто смотрел видео, обязательно найдет в нем прерисовку. Ну и да, надо открыть вот эту вот картинку. Вот у кого есть смартфон или планшет, рекомендую вам поставить как на заставку. Лично она у меня стоит на планшете, очень, кстати, идет, рекомендую. Ну, сами видите, фонарты бывают разные. Ну, здесь вот от художника Комет. В общем, я вам сразу говорю, тут фан-артов очень много, поэтому я до конца листать не буду. Ну так вот, сразу в первом видео я провожу конкурс, творческий конкурс. Присылайте в комментарии ваши собственные фан-арты этого персонажа. Попадаются или плагиаты, или что-то такое вот, не ахти, работы не принимаются. Но также во втором выпуске фан-арты на второй план, а на первом плане я буду тоже рисовать этого аниме-персонажа, только уже на камеру и в ускоренной съемке. Ну а с вами был Фанни Картик, до встречи в следующем выпуске.